Всем привет! Сегодня рассмотрим такой конвертер, интересный прям вообще караул. Это, ну как караул, ну все равно. Для рекламщиков, например, или кто-то кому-то что-то хочет показать красиво, там, ну я не знаю, просто смотрим. Диск, например, iPhone. Ну, экран посмотрим, у меня фотографии здесь валом. Ну, такую поставим, открываем. Дальше делаем фон. Фон зеленый просто. Смотрим, что получилось. Ну, такой вот. Довольно неплохая картинка. Можно коробочку поставить. То же самое сделать. Ну здесь что можно еще сделать? Вот экран, ноутбук. Ну, в принципе, неплохо. Не сохраняем, например, ставим, что нам понравилось. Ну, то же самое. Ну, красный фон поставим. Довольно неплохо получилось, да? Та же коробочку можно поставить. Выбираем цвет синий, например. Так, фронтальный, это передний вид идет у нас. Давайте что-нибудь поинтереснее поставим. Вот такая пойдет. Просто так. Так, левую открываем. Потом верхнюю ставим, правую, заднюю. Ну, примерно так вот будет. Довольно неплохо, да? Отодвигаем вот так вот. Можете близь, может дальше делать. Здесь можете коробку духов поставить свою. Ну, как понравится, по желанию. Здесь я делаю Мовино видео. Обзор ставим, где мы будем смотреть. Рабочий стол. Сохраняем. И здесь мы ставим кадров. Ну, здесь убираем, здесь, например, ставим 100. Что-то много, я 1000 написал. Сохраняем. И вот он показывает. Я пока отключусь, потом покажу еще раз. Ну вот, в принципе, заканчивается уже. И то же самое можно делать. Так, ну что, надо просмотреть это все. Смотрим, правда, здесь может быстро делается. Ну вот так вот. Довольно неплохая программа. Скачивайте, не стесняйтесь. До свидания.